На участие в турнире заявлено 368 спортсменов. Все они победители первенств федеральных округов России. Адам Кефер – сильнейший представитель Северной Осетии. Адам был абсолютным победителем весовой категории до 60 килограммов в каждом из трех боев. Теперь спортсмену нужно достойно выступить 5 раз. И у меня вот сегодня будет бой с представителем Республики Дагестана. 60 килограмм тоже. Готовимся. Тренер сказал, ничего страшного, можно победить. И я хочу от этих соревнований тоже взять первое или второе хотя бы место, чтобы попасть на чемпионат мира в Швеции. Чемпионат мира по тайскому боксу состоится с 19 по 29 мая в Еченпинге. Ну а сегодня состоялись первые поединки первенства России. Борьба идет на двух рингах. Сборную Краснодарского края представляют спортсмены из 6 районов Кубани. В основном в составе сочинцы, анапчане и борцы из Новороссийска. В их числе победители первенств мира, Европы и всероссийских турниров. По мнению президента Краевой Федерации, на этом старте наши спортсмены в легких весовых категориях могут получить до 8 первых мест. Но для большинства участников первенства России это первый серьезный этап. Бои будут очень интересные, бои будут напряженные. И будут отбираться лучшие. После них будут проходить сборы. По итогам этих сборов будет определяться состав сборной команды России для участия в первенстве мира. Кому из ребят предоставится возможность представлять свой регион на мировом ринге, станет известно 30 апреля. В этот день состоятся финальные поединки и награждение победителей. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.